Значит, описание проблемы. Здесь у нас санузел. Это P44T. Делали ремонт там. Ну, все это с 2007 года постройки. Вот, значит, размер. Вот такой вот, чтобы вы понимали, так меньше руки. Значит, здесь какая проблема, что вот это к полотенцесушителю. Вот туда идет, там в ванной полотенцесушитель. А здесь, в принципе, все как бы, ну, забетонировано. Ну, не знаю, насколько вот нужно будет вот эту вот трубу, которая идет к полотенцесушителю, смещать или нет. А трубы покрылись вот такой вот ржавчиной, как бы налетом. Может, слегка совсем. То есть нет, нельзя сказать, что не капают. Вот они не капают. Но, видимо, где-то, может быть, слегка подтекают. И это вот за много лет такая вот хрень образовалась. Налет такой. Это одна труба, и там сверху, может быть, там не видно, точно такая же вторая, на фотографии она есть. А вот эти вот запорные устройства исправные, то есть, когда мы их заворачиваем, вроде труба становится холодной, то есть, нет опасений, что они там не закроются. Вот. Здесь мы просто сами поставили, чтобы не жарко было. Вот, короче, идея в том, что вот эти вот все участки убрать и поставить какую-нибудь нормальную трубу, которая не ржавеет, или тут, чтобы все это нормально заклиматизировать, чтобы такого ужаса не было. Ну, чтобы не было такой риска того, что мы уедем куда-нибудь в отпуск, и тут все это там протечет, начнет капать там. Вот. Ну, в общем, непонятная какая-то причина. Вот. И вот здесь, вот, естественно, нужно куда-то там лезть, сносить мы вот эту не хотим перегородку. Вот. Все инструменты, освещение можем сделать. Ну, я вряд ли думаю, что требуется перекрывать стояк, но если что, то от вас требуется организовать соответствующую службу это перекрытие. Ну, когда вызывали много лет назад кого-то из ЖЭКа, там, из этого ДЭЗа, мастер, он сказал, что он, ему просто тяжело чисто вот туда подлезть и как-то не взялся. Спасибо. Ну, инструменты, материалы вы закупаете, приносите.